Друзья, всем доброго дня. У нас сегодня был подготовительный день. Сделали предпродажную подготовку, установили на некоторые автомобили дополнительное оборудование. Первый автомобиль на выдачу — это Granta Liftback в комплектации Classic. Стоимость автомобиля 910 тысяч рублей. Доп. Оборудование идет в подарок. Это зимние шины, коврики, защита двигателя и музыка. Далее следующий автомобиль — это Нива Legend в комплектации Люкс. По стоимости автомобиля у нас 1 миллион 45 тысяч рублей. Доп. Оборудование идет в подарок. Это зимние шины, антикор. И клиент попросил установить фаркоп. Далее следующий автомобиль оформляем по госпрограмме. Это Granta Classic с кондиционером. По стоимости 960 тысяч рублей. И четвертый автомобиль — это Granta Comfort на литых дисках. 1 миллион рублей ровно. Эти две гранты оформляем по госпрограмме. Ждем клиентов.